людям, которые попроще с этой планеты, как вот, может быть, показывают так, как не то, что не надо жить, а как вот люди живут, они удивляются, а почему мы так живем, они об этом до вас не задумывались. И вот благодаря таким людям, как вы с другой планеты, и я с другой планеты, как журналист, пишу. И мы постараемся объяснить, иначе вы придете к смерти, к апокалипсису, к концу света, а вы предостерегаете. И за это вам спасибо. И в конце вопрос, а кому посвящен, какому поле? Вот это вот не совсем. Это личное.